Всем хай-фай, меня зовут Ярослав Самишевский. Вы смотрите музыкальный интернет-проект «Народный махор», в котором мы ищем талантливых певцов. Мы все еще находимся в ресторане «Кинзам» в городе Щелково. Сегодняшний участник, зовут его Александр Жирнов. Саш, еще раз приветствую. Я всегда спрашиваю, ты же услышал уже первую участницу, да? Вот, да, Мила. И Милу, да. Очень красивая девушка. Очень красивая девушка, красивое имя. А как тебе голос? Голос потрясающий. Я там просто подпевал и пританцовывал. Может быть, тогда не стоит участвовать? Нет. Вот именно для нее теперь я хочу участвовать. И хочу спеть песню. Да, и песню. Я считаю, нужно для женщины петь песню, которую любят все женщины. На два голоса. Именно вот с таким голосом, как у тебя. Да, песня Виктора Королева. Как она называется? Вспомню. «Крылья». А мне бы крылья, крылья, крылья. Мне бы... Не помню слова. Крылышки. Это мы услышим там. Да-да-да. Отлично. Не будем раскрывать. Да-да-да. И сольную. Вот. И сольную песню я хочу спеть чисто так по-мужски. Песню Ваенги, Елены Ваенги. «Воровать невесту». «Воровать невесту». Да. По-мужски. Она ее поет, но мы по-другому сделаем. Хорошо. Отлично. Поехали. На сцену. Вперед. Спонсор проекта – Елинский пищевой комбинат. Пожалуй, лучшая тушенка и мясные консервы. Елинский. Мясо, что надо. Александр Жирнов. 57 лет. Женат. Воспитал 4 дочерей. Младшей 23 года, а старшей 34. Закончил лесотехнический техникум по специальности техник-механик. Работает строителем-отделочником-одиночкой. Музыкального образования не имеет. Петь начал в 3 классе. Увлекается видеосъемкой. Снимает клипы и спектакли в театрах. Мечтает жить без болезней и долго. В случае победы на денежный приз приобретет музыкальное оборудование. Ветер гонит дождь с запада на юг. Ты меня не ждешь, позабытый друг. Ты не слышишь грусть, что я сохранил, что всегда вернусь, я же говорил. А мне бы крылья, 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 чтобы лететь к тебе. А мне бы силы, 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 да на зло судьбе. А мне бы снова, снова, снова океан любви. И чтобы что-то плохое не случилось с тобой, Бог тебя храни. Мне бы крылья, 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 чтобы лететь к тебе. А мне бы силы, 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 да на зло судьбе. А мне бы снова, снова, снова океан любви. И чтобы что-то плохое не случилось с тобой, Бог тебя храни. Ты не пишешь мне, больше не звонишь. Ты наедине с ночью говоришь. Ты не видишь слез, плачут небеса. Ты меня не ждешь, ты вчера ушла. А мне бы крылья, 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 чтобы лететь к тебе. А мне бы силы, 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 да на зло судьбе. А мне бы снова, снова, снова океан любви. И чтобы что-то плохое не случилось с тобой, Бог тебя храни. Крылья, крылья, чтобы лететь к тебе.
небо силы, силы, силы. Да назло судьбе, а мне бы снова, снова, снова океан любви. И чтобы что-то плохое не случилось с тобой, Бог тебя храни. Тебя храни. Дорогие друзья, это Александр Жирнов. Обязательно заходите на наш сайт mahor.ru, вступайте в народное жюри и голосуйте за понравившегося исполнителя. Но если вы еще сомневаетесь, у вас есть время послушать сольную песню в исполнении Александра. Александр, микрофон в твоих руках. Но колыбель исток, вот я и дошел до тех трех дорог. И стою я словно у дверей, а за ними меня ждет та, что всех милей. Молодость как плен, я прийти не мог. Для тебя одной сердце я берег. И у трех дорог я упал на колени. Я нашел тебя, чуть не потерял. От метели дикой сердце мое рвется. Ведьма вьюга злая за спиной смеется. Слишком долго было мое пусто свято место. Я в церковь еду воровать невесту. Слишком долго было мое пусто свято место. Я в церковь еду воровать невесту. Горят в волосах венец, за спиной стоят братья да отец. Верю я, Бог простит грех мой последний. Украду тебя я на глазах у всех. От метели дикой сердце мое рвется. Ведьма вьюга злая за спиной смеется. Слишком долго было мое пусто свято место. Я в церковь еду воровать невесту. Слишком долго было мое пусто свято место. Я в церковь еду воровать невесту. Для вас пел строитель, отделочник, одиночка, без музыкального образования Александр Жирнов. Александр, я недавно дом приобрел, очень нужен ремонт. Скажи, пожалуйста, ты мне поможешь? Легко. Только в микрофон, чтобы все слышали. Талант. Легко, особенно талантливый музыкант, в первую очередь. Да. Лучшая отделка. Спасибо. 20 лет стажа.
Вот, видишь, сразу я нашел себе строителя, а ты сразу нашел работу. Самые дорогие питерские дома делали мы. Ага. А можно мне вон тут еще штучку? Я вот как раз таки еще немножко подмажу, сразу сделаю подарок тебе от нашего спонсора. Спонсор у нас Елинский пищевой комбинат, классные консервы. Обязательно попробую. Вот для строителя это самое важное, быть сильным и питаться такими классными консервами. Да, есть мясо. А там рыба есть? А нет, тут, по-моему, только мясо, да. Мясо – это наша сила. Мясные консервы, да, я в этом уверен. А еще, ну, если победишь, выиграешь 200 тысяч рублей. Вот, куда потратишь, мы уже об этом сказали. И будьте активными, потому что самый активный зритель получит подарок от нашего проекта, от проекта «Народный махор». Ну, на этом все, пока. До следующей недели, прощаемся. Ура!